Сейчас мини-задание хочу попроходить. Например, вот такое. Выполнить 5 прыжков за 30 секунд. Награда 5000. Вот. Попробуем. А когда время пойдет? Во-первых, а где тут прыгать-то? Наверное, когда я первый прыжок сделаю, тогда время пойдет. А где тут прыгать? Тут же горок нету. Как я буду прыгать-то тут? Не знаю. Может быть, я уехал из зоны, где нужно прыгать? А, вот горки. Еще поехали. Раз. Ага. И время пошло. Второй прыжок. Не, не успею, наверное, уже. Не. Третий прыжок. Не, не получилось. Но я сразу куда-то уехал. Так. Тут главное. Надо просто найти место, где горки есть. Потому что на этой машине особо ты не попрыгаешь, потому что... А куда ты прям на меня едешь, придурок-то? Потому что на этой машине, как только один раз спрыгнул, нужно сразу разворачиваться и прыгать еще раз. И сейчас, пока я ее догоню, уже... Все время выйдет. Не, надо найти место, где можно попрыгать. Тут есть зона такая специальная. Вот где эта зона, на самом деле, хрен ее знает. Уж если дают мне задание, блядь, прыгать, то пусть мне тогда дадут это самое. Сразу меня в той арене высадят, где есть горки. А то как я буду прыгать, если горок нету? Что за... Вот это бред какой-то, блядь. Наверное, из-за этого я игру тогда удалил. Потому что я пытался пройти задание, их вообще было нереально пройти вот так же, как сейчас. Дают задание прыгать, а где прыгать, когда тут горок нету, блин? Вот, я теперь понял, да. То есть я как бы саму игру прошел, стал выполнять эти маленькие задания, и вот напоролся вот на такую вот хуйню. Задание прыгать, а прыгать негде. И как тогда быть? Посмотрим, что это такое. Вот, 5 прыжков за... Вот это то же самое. 5 прыжков за это самое. Ну, то, что я, короче, сейчас пытался сделать. Может быть, тут... Тут прыгать надо, мне показывают эту арену. Вот первый прыжок. Вот второй. Ага, все понятно. Значит, вот здесь надо прыгать. Это считается третий. Это четвертый. А, ну все понятно. Просто я не туда уехал. И вот это пятый. Это, в принципе, то, видите? Нашел место, где прыгать, и сразу легко стало. Теперь как мне вернуться на большую карту? Я не помню. Какой кнопкой?
Минимап, это карта. Shift F. FG. Enter. Ну-ка. Enter это менять камеру. Нет. Ну-ка, F. А, вот. Нет, как мне выйти на большую карту, чтобы весь город был передо мной? Что за хуйня? Я вообще что-то ничего не помню, а? Мини-карта это не то. Shift F это не то. Shift Back это не то. Переключить камеру. Enter написано. Не работает. Посмотреть лево, посмотреть направо. Нету. Как мне на карту вер... А, вот, вот, вот. То есть, как бы это режим шифта специальный такой. Вот. Так. Вот, зум 5 и 2. 5 и 2. Я что-то уже забыл совсем. 5, 2. Нет, это не то. Не знаю, как мне сделать, чтобы передо мной... Нахуй, блядь. Лучше выйти, короче, и зайти заново. В самой игре должна быть такая функция. Нажимаешь на кнопку, и перед тобой весь город. И ты выбираешь, в какое место тебе попасть. Потому что так все время перезагружать игру, это, блядь, какой-то бред. Я в этом записи остановлюсь, просто сейчас пишу, время видео идет. Вот, а я занимаюсь какой-то хуйней. Запись видео остановлю, и вот. Вот в самой игре вот так вот можно сделать, чтобы перед тобой был весь город. И выбрать уже место, куда хочешь попасть. Ну, почему-то у меня сейчас так не получилось. Вот, сейчас я нажимаю 5 и 2. А тогда это не работало почему-то. Это дрифт надо выполнить. С дрифтом у меня проблема, поэтому я даже не буду пытаться пока. Так, вот это что? Это по встречке ехать на 70... По встречке ехать в течение 20 секунд. Попробуем. Так. А этот самый у меня... Как это написано-то? Блин, в общем, ладно, я потом буду разбираться, сейчас я не могу, видео идет. Так, в общем, я хотел посмотреть скорость. У меня написано MPH, то есть миль в час, а мне нужно километров в час. Скорость по километрам, чтобы у меня показывалась. Че, поехали. 20 секунд надо ехать. Это типа, это как в Need for Speed. Там похожая хуйня тоже есть. Блять. Тут очень много трафика, очень много. Вот скажите мне, вот я теперь понял, почему я игру удалил. Тут такие задания, которые хуй выполнишь. Вот как я буду ехать по встречке на такой большой скорости в течение 20 секунд, когда тут один трафик, смотрите, тут сколько машин. Вот только сейчас поменьше стало. Как это вообще можно? Ехать по встречках, когда тут дохуя трафика. Вот тут сейчас поменьше. Вот тут поменьше. Может быть, тут получится. Потому что там вообще был пипец. Вот тут, да, тут посвободнее. Вот тут реально, да, вот тут нормально. Одна. Ноль. Все. Все, я выполнил. Отлично, вот. А то я, блин, офигел. Просто тогда я как раз тоже... Во, видите, у меня открылась новая фигня. Тогда я как раз тоже пытался выполнить какие-то задания. Да? И у меня это самое... Вот, вот, вот как подниматься наверх. Вот. И у меня все время не получалось, поэтому меня это достало, и я игру удалил. Но потому что я все равно прошел полностью игру. Теперь 110 километров в час. Теперь еще сложнее, я пока не рискну выполнять. Сейчас было 170 миль в час, то есть 70, а сейчас 110. Прыжок
35 метров в такси. Но это нужно искать такси, это нужно искать место, где можно прыгнуть. Вот это тоу-трак, вот это я не люблю. Потом попробуем. А есть что-нибудь на гонке? Какое-нибудь задание, знаете, на гонке. Типа покататься там с кем-нибудь по городу. Хендбрейк стоп на 125 метров. Вот это попробуем. Ручной тормоз. Так. Теперь на какую клавишу у меня хендбрейк? Потому что я вообще ничего не помню. Вот. Один. Ну, это я на нам клавиатуре играю. У меня два это разгон, один это хендбрейк, три это нитро. 125 метров и хендбрейк, так я понимаю. Не то. Девяносто три. Почти чуть до сотни. Значит, нужно хорошо разогнаться и вдарить по тормозам, и все. Сейчас попробуем. Эй, куда ты едешь, сука? По тормозам. Автобус помешает. Сука, блядь. Вот зачем сделали эти тупые задания? О, ну-ка, сейчас прыгнем. Я лечу, блядь. Не допрыгнул. Сейчас попробуем. Тут как раз нормально, трафика мало. Попробуем разогнаться и по тормозам. Сто пять. Значит, надо еще раз. Ну, в общем, вы поняли, да, в чем фишка? Надо разогнаться как следует и по тормозам вдарить. Ха! Вот где можно попрыгать, Russian Hill. Сука, чё я по встречке-то поехал? Видите, башни впереди. Это башня этого Сан-Франциско знаменитая. Сто пятнадцать. А тут горки, вот тут можно попрыгать, например. Уху! Причем тут все засчитывается, в статистику все идет. Сколько раз ты прыгал, какая максимальная скорость, сколько раз ты максимальной скорости. То есть, когда ты едешь, все засчитывается в статистику. И за все это тебе дают деньги. Видите, я прыгаю, мне дают деньги. Я разгоняюсь, мне дают деньги. Я делаю дрифт, вот. Мне дают деньги, видите, за дрифт. Вот, тут, то есть тут едешь, и тебе за все дают деньги. Прохожих тут давить нельзя, это тебе не GTA. Они тут все время убегают от тебя. Сейчас разгонюсь по тормозам. 125, выполнил, отлично. Видите, как прикольно. Во, у меня 35 тысяч, мне нужно 50, и я гараж куплю новый. Отлично, видите, как клево получилось.